Ребята, всем привет! Я продолжаю делать то, что не делает никто, а именно оживлять старичков. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас времена трудные, деньги не у всех есть. И учитывая то, как обновляют свои смартфоны Xiaomi, то есть вот я недавно купил Note 8 Pro, как уже ходят разговоры про Redmi Note 9, который выйдет, я уверен, где-то в марте, в апреле. За новыми смартфонами не угонишься, и стоит ли вообще менять все время эти гаджеты, если можно выжимать максимум со старых смартфонов и спокойно ими еще пользоваться пару лет. Я считаю, что, конечно, можно. Redmi Note 4, Note 4X – это одна из самых популярных моделей у этой компании. У многих сейчас этот смартфон на руках. Ребят, кстати, напишите в комментариях, сколько вы уже пользуетесь данным аппаратом. То есть, сколько времени уже? Например, вот этот смартфон – это Redmi Note 4X. Хочу сразу же отметить, что Redmi Note 4 и 4X – это один и тот же смартфон. И, кстати, сегодняшний инструкция будет подходить на тот, на этот, то есть без проблем. Вот этот вот смартфон, что вы сейчас видите, он был куплен в старт продаж, то есть в самые первые партии в 2017 году, то есть совсем скоро уже будет почти как 3 года этому девайсу. В нем ничего не менялось, даже батарея не менялась, и по сей день он работает замечательно. Вы можете видеть защитное стекло, которое уже от времени даже пожелтело. Видите, здесь уже отваливается потиху. Это защитное стекло было наклеено еще тогда, когда он был куплен. И, конечно же, стекло уже устарело. А сам смартфон, хочу отметить, выглядит очень даже хорошо и в отличном состоянии. А давайте мы вместе с вами сейчас оторвем это защитное стекло, потому что выглядит это реально ужасно. Вот, это, ребят, уже другое дело. Все, защитное стекло я отклеил. И теперь телефон стал еще красивее, потому что все-таки защитные стекла, чехлы, они все-таки скрывают красоту смартфона. Без стекла ощущения уже совсем другие. Ребят, хотите верьте, хотите нет, но этот смартфон еще будет поддерживать Android 11, даже Android 12. Но я даже не знаю, в следующем году выйдет Android 11, буду я ставить на него 11 или нет. Если вы подпишетесь на канал, поддержите лайком видосик, возможно, в следующем году я сниму для этого смартфона Android 11. Ну а в сегодняшнем видео сейчас мы говорим про Android 10. Я поставил на этот смартфон десяточку, причем официальную десятку от Pixel Experience, и смартфон работает шикарно. Redmi Note 4 у нас он определяется так. В разделе о телефоне находим версию Android 10, тапаем много-много раз, и вуаля! Ребятки, вот он наш Android 10, зажали два раза, вот так вот можем двигать, перемещать, ну это так, побаловаться. Значит, по поводу жестов давайте расскажу, очень интересно, многих интересуют жесты. Если мы идем система, жесты, то у нас работают жесты в Android 10, видите, здесь все написано, вот я сейчас приближу, вы можете почитать. Но дело в том, чтобы вернуться назад, у нас вот этот вот свайп, он не работает, потому что у нас все-таки есть физические кнопки. Но зато вот так вот мы можем делать. Кстати, вот так подержав, у нас открывается вкладка «Недавние». То есть туда, куда мы заходили, если мы хотим, нажали «Очистить» и все, очистили. Прошивка действительно шустрая, стабильная, быстрая. И если кто-то из вас думает, а стоит ли переходить с Android 7 на 10? Ребят, вы только вдумайтесь, Android 7... И 10, где Android 7 и где Android 10, это небо и земля просто. Здесь, кстати, ребят, я установил Google камеру, самую последнюю Google камеру, 7-ю версию. Ссылка на нее будет в описании, вы тоже ее сможете установить, причем не надо никакие танцы с бубном. Просто АПК-шку установили и наслаждайтесь Google камерой. Теперь у нас смартфон будет делать качественные фотографии, в отличие от оригинальной прошивки. То есть Android 10 с Google камерой будет выжимать максимум с этого смартфона. То есть более вы уже с него ничего не возьмете. Если вам не хватает этой мощности, этой скорости, как на Android 10, то, к сожалению, вам тогда уже нужно менять телефон. И, кстати, ребят, этот смартфон мне отдал мой подписчик Серега, спасибо тебе. Я ему говорю, дружище, тебе, наверное, надо уже новый телефон покупать. На что он мне ответил, ты чего, зачем? Сейчас поставили, что у меня Android 10. Я спокойно с ним еще отхожу полтора-два года. И вы знаете, я его поддерживаю.
выдерживаю, 1.5-2 года спокойно этот смартфон потянет. Ну а дальше, конечно же, уже будет совсем не ахти, потому что компания смартфона клепает очень много, и просто-напросто этот смартфон уже будет вообще в нижнем списке всех этих девайсов новых, и уже просто будет неуважение, что ли, пользоваться этим смартфоном как основным, не знаю, там в 2022 году. Кстати, данный смартфон сейчас можно купить на вторичке всего лишь за 50 баксов, ребят. 50 баксов это реально вообще смешные деньги. Ну что ж, хорош болтать, давайте мы начнем. И смотрите, значит, это у нас экран блокировки, конечно же, живые обои. Обои мы можем менять. На экране блокировки я поставил тоже свои обои. Выглядит очень красиво все. Я говорю честно, вот от души, прошивку тестил, я проблем не обнаружил. В этом видео я вам также, кстати, покажу, как потом вернуться на родную, на MIUI 11, на Android 7. Ну, мало ли вам не понравится эта прошивка, там еще что-то ли решили продать. Я вам покажу, как потом откатиться назад. Итак, значит, начинаем небольшой обзор прошивки. Это рабочий стол. Давайте посмотрим, как выглядит шторка. Такая вот шторка. Нажимаем на плюсик. Нажимаем на ручку, и здесь у нас некоторые дополнительные функции, такие как темная тема. Вот так вот берем и перетаскиваем, ребятки. Так, чик-чик-чик. Нажимаем потом назад. Смотрите, у нас здесь темная тема есть. Да, на Android 7 ты такое не встретишь. Причем темная тема поддерживает все приложения, которые тоже поддерживают темный цвет. Видите, у нас все темненькое. Итак, идем настройки. Настройки у нас, конечно, тоже темные. Инстаграм и так далее. Это все будет в черном цвете. Давайте, наверное, мы выключим темный цвет. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь, в принципе, ничего такого дополнительного нету, потому что Pixel Experience — это прошивка с минимальными кастомизациями. То есть для тех, кто хочет установить и наслаждаться прошивочкой. Итак, выполните настройки устройства Pixel. То есть смартфон вообще думает, что он Pixel. Так выглядят настройки. Прошивка сама по воздуху не обновляется, ее нужно будет обновлять вручную. Итак, выполните вход. Давайте мы сделаем настроечки. Завершите настройку вашего пикселя. Нажимаем «Начать». Идет проверка обновлений. Кстати, ребят, после того, как устанавливаете прошивку, заходите в Play Market, обновляйте все программы встроенные, скачивайте все, что вам нужно, и желательно перезагрузите ваш смартфон, чтобы все встало на свои места. Так, давайте я вам покажу встроенные приложения. Здесь, в принципе, все по умолчанию. Все самое нужное. По стандарту у нас, видите, вот такая камера. Это я уже установил Google камеру. Все самое необходимое. Диктофон, календарь, контакты, настройки, сообщения и так далее. Все, что вам нужно, зашли в Play Market и скачали. Есть даже радио. Итак, идем в настройки, ребят. Значит, смотрите, идем о телефоне. И вниз, если мы спустимся, мы видим, что Pixel Experience Official. То есть это официальная сборка. Кстати, живые обои можно менять, их здесь достаточно, стили обои заходим. Здесь, видите, все у нас написано, есть у нас пейзажи, живая вселенная, текстуры, жизнь и так далее. Если мы хотим живые обои, заходим в оживляющие обои. И здесь у нас куча разных тем, тот же Пикачу, например. Нажали скачать, скачали, и у вас будет живая обойна с Пикачу. У меня сейчас вот такая живая обойна, вы можете сказать: а как понять, она живая, не двигается вроде. Смотрите, если мы возьмем телефон и наклоним, видите, двигается все там. Вот это и есть живая обойна, короче. Ну что ж, давайте мы приступим к установке этой прошивки. Что я сейчас сделаю? Я установлю сюда родную прошивку MIUI 11 и вместе с вами с нуля установлю эту прошивку. Покажу вам все досконально, как и что делать, чтобы у вас, моих зрителей, не возникали сложности и вопросы. Ну а если возникнут, пишите в комментариях, я постараюсь вам помочь. Кстати, ребят, перед тем, как я сейчас начну вам показывать, как устанавливать родную прошивку, хотел бы вам буквально на секунд 30 показать сравнение между тем самым смартфоном, от которого установлена эта прошивка, то есть от Google Pixel, и показать вам, есть ли разница вообще или нет. Ну вот и, пожалуйста, тот самый легендарный смартфон, чьи порты ставятся на все эти смартфоны, Google Pixel 3XL. Это у меня модель, смартфон, который стоит 10 раз дороже, чем вот этот вот смартфон от Xiaomi. Итак, давайте посмотрим, какие изменения здесь есть. Я вижу, что изменений никаких здесь нету. То есть вы понимаете, что на Redmi Note 4X вы ставите прошивку от смартфона, который стоит 10 раз дороже, ребят.
Итак, давайте попадем в меню. Вот, пожалуйста. Ну, тут у меня, правда, куча всего скачано, вы на это не обращайте внимания, но в целом, видите, иконки тех приложений, которые здесь были, они тоже здесь есть. Идем в настройки, и мы видим, что настройки-то у нас выглядят тоже одинаково. Здесь есть небольшие рекомендации, они у вас тоже будут всплывать, когда система определяет это сама. Например, видите, здесь мобильный интернет отключен. То есть у вас здесь есть такая подсказочка. Потом эта подсказка поменяется на что-то другое. Здесь фотография аккаунта пишется. Идем вниз. Видим, что все у нас одинаково, да? О телефоне. Далее давайте версию Android. Вот вам, пожалуйста, бесплатная конвертация дешевого смартфона, вы дорогой. Ну что ж, шторку еще мы глянем с вами, и в принципе все. Видите, шторка тоже выглядит одинаково. Вот так вот, наконец-то я вам показал Google Pixel, тот смартфон, с которого мы, собственно, и ставим прошивку на наши Xiaomi. Итак, все, Google Pixel, спасибо за участие, я его убираю в сторонку. Кстати, ребят, я вам не показал звонилку, звонилка выглядит таким вот образом, если мы кому-то набираем. Вот так выглядит интерфейс звонилки нашей. Оп. Добро пожаловать в Live. Добро пожаловать в Live. Вот, значит, смски у нас выглядят таким вот образом. Клавиатура у нас вот Google, конечно же. Ну что ж, я его сейчас выключаю и устанавливаю родную прошивку. И мы вместе с вами с нуля все это делаем. Поехали. Ну что ж, как я обещал, установил родную прошивку MIUI 11 на Android 7. Давайте мы проверим. Вот, пожалуйста, Android 7 и MIUI 11.0.2. Это у нас глобальная прошивка. Итак, у вас то же самое будет, скорее всего. И что нам нужно делать для установки Android 10? Ну, ребят, если у вас уже стоит какая-то прошивка, кастомная, например, 9, то вы спокойно можете скачать прошивку и сразу накатывать через Recovery. Вам эти танцы с бубном не нужны будут. Ну, а у кого MIUI, делаем следующее. Идем о телефоне, нажимаем на версию MIUI много-много раз. Появилась надпись «Вы стали разработчиком», идем назад. Заходим в пункт «Расширенные настройки», идем вниз для разработчиков, и здесь убедиться надо в том, что у нас загрузчик разблокирован. Если у вас заблокирован, в описании под видео будет ссылочка на другую инструкцию, где я показываю, как разблокировать загрузчик. Итак, после этого мы что делаем? Желательно берите microSD карточку маленькую и вставьте в телефон. Все, что я буду показывать, копируйте на телефон до того, как мы начнем прошивать телефон. Если у вас флешки нету и возможности нету найти, то делайте, как я буду вам говорить. Итак, значит, мы выключаем наш смартфон. Ребят, прежде чем это делать, убедитесь в том, что у вас нету Google аккаунта. Для этого зайдите в синхронизация и удалите здесь все подряд. Все аккаунты удалите, потому что иначе потом будут просить подтверждение, а это лишний геморрой. Поэтому мы удаляем все аккаунты, фото, видео, все сохраняем на компьютер, это все сотрется. Вот, и если вы готовы, то давайте начинать, но вы сейчас просто смотрите, пока что ничего не делайте. Если вы сразу же начнете повторять за мной, то у вас возникнут проблемы. Именно поэтому нужно сперва разок посмотреть видеоинструкцию, а второй раз уже повторять все за мной. Итак, мы выключаем наш смартфон. У меня уже стоит флешка, все уже на флешке, все готово. И что мы делаем? Нам надо телефон ввести в режим Fastboot. Для этого зажимаем кнопку включения, уменьшить громкость. И держим до тех пор, пока не появится зайчик. Смотрите, вот я нажал, держу. Все, видите, написано Fastboot. Теперь подключаю телефон к компьютеру. И переходим к компьютеру, пока что телефон нам не нужен. Если вдруг у кого-то из вас компьютер не будет видеть телефон, ссылка на драйвера. Короче, вообще все, что я буду показывать, на все ссылка в описании под видео. Итак, у меня здесь папочка, вы можете не создавать, и здесь вот нужные нам файлы. Итак, с чего начнем? Начнем мы с того, что нам нужен вот этот архив install tvrp3111mod. Ссылка, ладно, не буду говорить, все в описании, ребят. Скачиваем, правой кнопкой мыши извлечь в...
И получается вот такая папочка замечательная. Если у вас есть microSD-карточка, пожалуйста, на microSD-карточку копируем прошивку Android 10. В моем случае это Pixel Experience. Ребят, прошивок на Android 10 на этот смартфон есть много. Вам не обязательно ставить Pixel Experience. Есть куча других прошивок. Смотрите, вот заходим на FOPO, да, в раздел Android 10. Здесь мы можем видеть, сколько на него есть прошивок. Вот вы можете любую из этих ставить, пользоваться. Вообще вы можете так: установил, попробовал, не понравилось, перешел на другую, перепробовал все прошивки и остановился на какой-то одной. Также здесь вот у нас еще есть две прошивки от Lineage OS. Эта прошивка немного отличается от вот этих вот. Ну что ж, какую прошивку выбирать, решать вам. Я показываю все на примере Pixel Experience. Итак, значит, что мы делаем? Мы берем эту прошивку, копируем на карту памяти, если у вас есть карта памяти. Также на карту памяти копируем вот этот вот архив .img. Вот это нам не надо, я его удаляю. Вот, значит, далее Google камеру копируете и скопируете persist, пусть будет. Далее, что вам нужно будет скопировать? На всякий случай еще можете скопировать Finigrid Reset. Вот этот вот, это я сейчас удаляю. Вот, значит, это все копируем на microSD карточку. Если у вас microSD карточки нету, то пока ничего не делаем. Кстати, ребят, на Android 10 отпечатки пальцев не работают на смартфонах, у которых поставщики отпечатки Goodix. Если у вас то же самое, то у вас не будет работать отпечаток. В дальнейшем это исправится, но пока что на момент съемки отпечаток не работает. Чтобы это узнать, достаточно зайти Play Market, скачать программу Device Info, открыть, и там будет написано, кто у вас поставщик. Если написано, как у меня, значит, у вас не будет работать. Если написано по-другому, значит, на вашем смартфоне будет работать. Но чтобы у вас работал отпечаток, после того, как вы прощете телефон, устанавливаем вот этот архив через Recovery. Итак, если у вас microSD нету, пока вообще ничего не копируем, идем в Install TVRP, еще раз. Здесь есть flash tvrp.bat. Нажимаем два раза, появляется окошко, где нас спрашивают, что нужно делать. Нажимаем один и нажимаем Enter. Все, пошла установка Recovery, нажимаем Enter и можем закрыть окошечко это. И переходим к самому телефону. Телефон сейчас, видите, автоматом перезагружается в Recovery. Кабель можно уже достать. Здесь все очень просто, ребят, делаем свайп, далее идем install. Если у вас нету microSD карточки, то вот сейчас, после того, как вы загрузились в Recovery, подключайте снова телефон к компьютеру. Вы его можете даже не отключать, когда он был подключен. И сейчас вам нужно будет скопировать на телефон Recovery. Идем install image, нет, давайте нажмем сюда, я выбираю свою microSD карточку. И смотрите, install image нажимаем, спускаемся вниз, вот этот вот файл, вам нужно его скопировать на память телефона определяется автоматом, просто подключайте телефон к компьютеру и все. В моем компьютере у вас будет память смартфона. Копируем, нажимаем и нажимаем здесь recovery, делаем свайп. Этим действием мы обновляем наше recovery, нажимаем recovery. Ждем, сейчас он перезагрузится, у нас будет новый recovery. И вот после того, как у вас появилось новое recovery, сейчас я вам скажу, что нужно делать. И для тех, у кого нету microSD карточки, ребят, вам снова нужно будет подключиться и кое-что скопировать на телефон. Итак, мы дожидаемся. А вот и дождались, новый recovery выглядит таким вот образом. Идем в раздел Wipe, формат дата и вводим yes, жмем ok. Сейчас появятся, скорее всего, ошибки. Если у вас тоже ошибки появились, идем reboot и выбираем recovery. То есть мы тупо перезагружаемся еще раз в recovery, и после этого никаких ошибок уже не будет. Итак, что мы здесь делаем? Снова идем в Wipe, формат дата, вводим yes, ok. Видите, никаких ошибок уже нет. Нажимаем два раза назад, Advanced Wipe. И здесь ставим галочки на те же пункты, что и я.
Делаем свайп. Жмем кнопку «Домой». Идем «Install» и выбираем «Select Storage». Я выбираю microSD-карточку. И для тех, у кого нет microSD, ребят, сейчас подключаем телефон к компьютеру и копируем сюда прошивку нашу. Делаем свайп. И ждем, пока установится прошивка, займет минут 2. Итак, прошивка установилась, нажимаем Reboot System и ждем, пока включится наш телефон. Включаться наш телефон будет уже с логотипом Google. Все, прошивка запустилась, ребят, здесь надо выбрать язык и настроить уже всю систему под себя, как вам удобно. Я сейчас быстренько пропущу все настройки, а вы настраивайте, вы не пропускаете. Просто я хочу сейчас вам показать, что у нас все прошло успешно, прошивка установилась и проблем никаких не возникло. Все, после небольших таких манипуляций прошивка запустилась. Android 10 на вашем Redmi Note 4 4X вместо того Android 7. Итак, вверху появились рекомендуемые приложения. Чтобы их отключить, зажимаем на пустом месте, нажимаем главный экран, идем в рекомендуемые и здесь убираем галочку вот с этого пункта. Идем, и все, больше эта бесящая шторочка, скажем так, не будет вас отвлекать. А что мы делаем? Идем в файлы, нажимаем три полоски, здесь мы нажимаем SD-карта и выбираем нашу Google камеру, вот она. Устанавливаем, и у вас будет Google камера на телефоне. Продолжить, установить, открыть. Разрешаем все. Ну вот и все, ребят, Google камера на вашем телефоне. Что еще нужно для счастья? Android 10, Google камера, все чики-брики, все шикарно здесь. Итак, обои темные у нас по стандарту, вы можете зайти в Play Market. Что я вообще советую после установки прошивки? Установили Google камеру, подключаемся к Wi-Fi, заходим в Play Market и обновляем все встроенные приложения, и у вас дополнительные фишечки появятся. Вот, ну и все, собственно, все остальное настраиваем под свой цвет и вкус, как вам нужно. Нажимаем ручку и достаем отсюда тоже темный режим, да. И так далее. Ну что ж, вы наслаждаетесь прошивкой, а я вам сейчас покажу, как вернуться на родную прошивку. То есть вдруг вы решили продать телефон, или вам надоел Android 10, вы хотите просто вернуться на семерочку, да, на MIUI. Что нужно для этого делать? Для этого мы выключаем наш телефон и переходим к компьютеру. Если вы не возвращаетесь на родную, не собираетесь, дальше можете уже не смотреть. Но я это видео запишу, чтобы вам было потом удобно и вы не задавались вопросом, как это сделать. Итак, снова вводим в режим Fastboot. И снова подключаем его к компьютеру. Ребят, на компьютер надо будет скачать прошивку, ссылка на нее, конечно же, будет в описании. Вот эта прошивка, Mido Global Image, весит 1 гигабайт 835 мегабайт. Правой кнопкой мыши извлечь «вы», и получится у вас вот такая вот папочка. Далее, что нужно делать? В описании под видео будет еще одна ссылка на вот такой вот архив, Tools. Правой кнопкой мыши извлечь, и у вас получится папочка с 4 файлами внутри. Что мы делаем далее? Давайте я вам сейчас это продемонстрирую, чтобы у вас вопросов не возникало. Вот, пожалуйста, папочка Tools. Видите, 4 файла. Что мы делаем? Идем сюда. Еще раз. И вот это все. Все, что есть в нашей прошивке, копируем. И идем в нашу папочку Tools. Правую кнопку мыши сюда мы вставляем. И у вас получится вот то же самое, что и у меня. Потом это все дело перемещаем в диск C. Вот. Заходим, и получится то же самое.
Также вы можете целиком вообще сперва все папки скопировать вот так вот. И плюс потом внутренности скопировать. Поняли? Если не поняли, я вам показываю еще раз. Значит, идем в нашу папочку. Вот, берем папку целиком, копировать. И идем в Tools, сюда копируем. Сюда вставляем, далее заходим в папку и отсюда все берем и тоже сюда копируем. Если у вас две папки Mido-Mido, то заходим внутрь и копируем в последнюю папочку. Не ту, которая изначально идет. Вот, если у вас не показывается расширение типа flashl.bat или там .sh там, и так далее, .dll, это значит, что у вас на Windows не стоит галочка на то, что показывались скрытые расширения. Это скрытые расширения. В принципе, они ни на что не влияют, но если вы хотите, чтобы у вас тоже показывались, то заходим в Google и вбиваем, как сделать так, чтобы показывались скрытые расширения. То есть там, я не помню, я уже один раз это делал, и все, как бы это делается один раз. Вот, и там куда-то надо было галочку поставить, после этого у вас показываются все эти файлы. Ну что же, здесь мы выбираем флеш LBAT, телефон у нас подключен, и понесется прошивка смартфона на родную прошивку. На MIUI 11, Android 7, вот таким вот способом, видите, это выглядит. Такое ощущение, что идет какой-то взлом Пентагона, еще что-то. Вот, а на самом деле все хорошо, так и все должно быть. Минут 5-10 это будет продолжаться, потом телефон перезагрузится и начнет включаться. Вот, если вы хотите установить родной и заблокировать загрузчик сразу же, что я ни в коем случае не рекомендую, то выбираем flash lock.bat. Ребят, ну не советую так делать. Flash lbat вам подойдет. Далее, телефон включится. И если вдруг телефон включился, а это процентов 80 случится, ну, я к тому, что он включится, это 100%, а вот то, что далее, он случится, может быть, процентов 80%. Телефон включится и будет писать, что хранилище повреждено, Wi-Fi не будет ловить, да, и так далее. То есть вы вообще в телефон не сможете практически попасть и не сможете попасть в меню. Что нужно делать в таком случае? Ничего не бойтесь, то, что там он пишет «хранилище повреждено», это все туфта на самом деле. И у вас просто стерся файл persist. Вот и все. Как я уже говорил ранее, у кого есть флешка, вы копируете этот файл заранее на флешку. У кого нету, вы установили родную прошивку, он включился, пишет там «хранилище повреждено», ля-ля, тропа-ля. Что мы делаем? Мы снова выключаем телефон и вводим снова fastboot. Запомните, телефон включился. На MIUI 11 вы его выключили, снова ввели fastboot теми же двумя кнопками, где зайчик. Подключили к компьютеру и снова устанавливаем recovery. То есть прям то же самое, что ему устанавливали прошивку, помните? Заходим сюда, сюда и здесь выбираем flash lbat, установится recovery. В recovery мы устанавливаем снова вот это recovery. И после этого копируем вот этот вот файл. Память телефона, если у вас microSD карточки нету. И в recovery нажимаем на InstallImageJ, выбираем этот файл. И там будет выбор recovery, boot, system там, и так далее. Вы выбираете persist, то есть вот как называется этот файл, то же самое выбираем persist. Делаем swipe, после этого перезагружаем телефон. Он зависнет на заставке, не будет включаться, там будет написано Mi и все. Вы не ждете, он завис на заставке, сразу же снова вводим в режим fastboot, снова делаем все то же самое, и на этот раз мы снова его прошиваем. То есть идем в папочку Tools и снова выбираем flash lbat. И после этого телефон у вас включится, и никаких проблем уже не будет. Уже не будет писать, что хранилище повреждено и так далее. Такой вот легенький способ на самом деле занимает пару минут буквально. Вот у меня уже телефон перезагрузился, окошко это исчезло. Вот, сейчас он включится, будет писать ошибку, как я уже говорил ранее. Что нам нужно будет делать? Мы идем в 4x, папочку нашу, ставим снова recovery, через это recovery ставим вот это recovery. И уже в новом recovery ставим вот этот архив, выбираем persist. После этого мы перезагружаем телефон, снова вводим в режим fastboot и снова прошиваем с диска C. Короче, все очень просто. Если возникнут вопросы, ребят, пишите в комментариях. Всем спасибо, всех обнял, пока.